дорогие мои подписчицы канала про естественное омоложение. Сегодня, как я и обещала, буду делать обзор подушек. И хочу вам рассказать про то, как правильно спать, чтобы засыпать безумно счастливой, а по утрам просыпаться чертовски привлекательной. Ну что же, все мы привыкли спать на обычных подушках или на бабушкиных перьевых. Что же происходит, когда мы спим на такой подушке? Наше лицо сминается. Появляются носогубные складки, и причем асимметрия будет с одной стороны. Как же этого избежать? Прежде всего, нужно подобрать правильную подушку для себя. Хочу вам напомнить, что правильное положение тела – это на спине во время сна. Поэтому и говорится «спина» на спине. И еще этот агрегат, полезный для нашего сна, называется подушка, подушка. Не подщечка, не подносик, не сам не личико, а именно подушка. Поэтому такую подушку убираем, либо учимся спать на спине, либо кладем ее под ушко, если вы привыкли спать на боку. Но у меня для вас припасены другие прекрасные приспособления. Итак, эту подушку убираем. И берем ортопедическую с определенным изгибом. Мы ее кладем и ложимся. Такая эргономичная форма помогает нашему позвоночнику в течение сна выбрать правильное положение. Но при таком положении нам нужно спать именно на спине. В принципе, ко всему можно привыкнуть. Такая подушка очень удобная. Она принимает изгибы вашего тела. Но у меня есть еще одна подушка. Подушка для молодости лица. В это углубление очень удобно положить голову, чтобы лежать на спине. А вот в эти вырезы хорошо ляжет личико, чтобы не было заломов. Смотрите. Смотрите. И даже если у вас есть привычка спать лицом в подушку, при таком положении будет очень удобно привить новую привычку спать правильно на спине или на боку. А еще у меня есть рояль в кустах. И это подушка для чтения. Та-дам! Знакомьтесь! Моя подушка для чтения. Вечером взяли свою любимую книгу, удобно устроились. И вот у вас нету заломов на шее, нету дополнительного второго подбородка, голова полностью расслаблена и руки лежат на подлокотниках. А еще можно положить телефон или пульт от телевизора. Удобно? Поверьте мне, удобно. Ой! Ну что же, всем приятного вечера, до новых встреч на моем канале и красивых всем лет!